Заебёмся. Так, компакт. Что делать? Ладно, зайдём потом. Я там чего не могу. Слушайте, 3 дня спустя на побережье Лордруны. Парится. Ярче. Лагерь гнолов, кстати, мы их. Смотрел в гнолом лагере, там почти что. Прошло 3 дня, а этот пророк так и не объявился. Надеюсь, я не зря доверился ему. Вождь, кланы выступили в путь по твоему зову. Но им нужно время, чтобы добраться сюда. Нужно разбить лагерь. Знаете, когда прибудут мои воины, у них должна быть еда в достатке и крыша над головой. Да, вождь. Это что за... Известно ли что-нибудь, кроме задири? Клан боевых топоров уже давно должен был появиться здесь. Нет, вождь. От задиры давно не было вестей. Проклятие! Куда же он подевался? Окей, что делать? Посмотрите, логово, лесопилку, казармы. Мигающая кнопка в верхней части экрана показывает, что в походный дневник была добавлена новая запись. Щелкнув на этой кнопке, вы сможете прочесть описание вашего задания. По фактам. Есть у меня... Чё надо, хозяин? Рабы могут добывать золото на рудниках. Один золотой рудник. Бля, я жду, вдруг идти предыдущего оказа, даже этого не знаю. Раб начнет курсировать между золотым рудником и ближайшим домом вождей. Вот еще несколько рабов. Чтобы ускорить добычу золота, отправьте их на тот же рудник. А мне типа не надо анализ кого-то отправлять? Запас вашего золота отображается в правой верхней части экрана. Кто не знал вот золото? Этот запас растет по мере того, как рабы перетаскивают добытое золото в дом вождя. Новая магия появилась. Дух волков, вызов двух магического козыря. Обеспечив себе стабильный доход, вы можете приступать к строительству лагеря. Для этого вам понадобится еще несколько рабов. Выберите дом вождей. Покупка занимает некоторое время. Выбрав дом вождей, в середине нижней части экрана вы увидите индикатор, показывающий, сколько времени осталось до появления раба. А что такое? Готов вкалывать! А, понял. Племя растет, и вам нужно построить еще одно логово орков. Логово обеспечит вашу армию едой, благодаря чему вы сможете нанять большее количество бойцов. Выберите одного из рабов. Щелкните на кнопки «Построить». А, вот это логово. Лово орков, 41, это вон. Или от колечек, что ли? 2 защиты. Лесопилка может значительно повысить эффективность работы лесорубов. Да, кстати, рабов. Пусть один из ваших рабов построит ее рядом с лесом. Алтарь бури. Вы только что указали сборный пункт, в который будут следовать все воины, нанятые в этом здании. Чтобы указать сборный пункт, выберите здание, в котором можно нанимать войска, и щелкните правой кнопкой мыши в нужном месте карты. Лесопилка, ну типа, если с оригинала брать, ну, с двух частей, то там оно же как-то... Чтобы запас древесины пополнялся быстрее, купите еще несколько рабов и отправьте их рубить лес. Дело сделано. Чего надо, хозяин? Чего хочешь? Так, все, у нас... Родники еще надо. Готов вкалывать! Здесь по 5. Вообще там вроде по 5 можно. Я не знаю, поскольку можно брать. Духи давайте пока не знают походим. Усталости. Чего у нас? Чего? Табу! Зипать, разбирать. За честь! Так, ладно, походим тут и все такое. Потому что мы тут похожи готов на месте. Табу! Че это? О, это сторожевые вроде. Что я помню, что будет сторожевые. За честь. Так, ладно, мы идем. Дело сделано! Это как? Что это? Жизнь? О, тут мы
конечно, было такое. Че надо, хозяин? Боже, куда? Что это, зарываем? А дай боли, у меня вроде он вот не стоит. Зачем он это? Кто же это? Героя. Это, наверное, такой, кто у нас там? Трал. Давайте идти. Здесь нельзя, строй удовольствие. А можно сразу? Так, у меня тут топор нахуй улучшается. Все, все. Доктор Угар! Никто не уйдет! Бомжи. Стоп, подождите, вы хотите сказать, этот гноу, что он, карманник. Шпану шпанает. Кае. Я, то есть, смотрите. Вы живой, я что, не на землю, я прям на гнома крышу. Так, у меня что? Чего хочешь? Сделай. Вот чёрт. Я вождь. Так. Дело сделано. Вот там целый дубль такой. Кирюшка, ну третий уровень. Пять на второй. Теперь, когда казарма построена, вы можете нанять нескольких бугаев для пополнения своей армии. Особенно умные, но сильные, без страшного воин, способны сюда впадать ярко сердце. Чего? Продолжайте нанимать бугаев, пока задание игры не будет выполнено. Пять штук надо. Да. Ой, поднимка нажал. Дабу! А так можно, нет. Зачем? А, идите нахер. Бать, бомжи мне. Я бомжи просто найду. Утую! Есть. У меня сейчас есть денег на 250. Моя жизнь принадлежит Орде. Да, хильник. Исследование завершено. А, вы сможете... А это, кстати, вроде... Это заделал. Не знаю, пока что не вижу смысла. Да. Шквапу! Духи не знают усталости. О, свиток исцеления. А нахер он может? За честь! А в стане заключен здоровье вообще игрушки. Вон я находился рядом, где он не ехал. Дабу! Поддержа для гоблина, чешу. Займемся этим. А как это можно было раньше? Я вождь. О, да. Я не так это прочитал. Может, Дабу! Моя жизнь принадлежит Орде. Займемся этим. Понимаю, что тут с этим позвонит. А, не, нам здесь только опять просто обучают лагерь. Я могу вам еще. Бля, кстати, в первой части, кстати, тоже учили обучать лагерь. Но. Как воинами управлять мне не учили. Я сам подошел. Моя жизнь принадлежит Орде. Сколько надо? Ну, давайте. Всё. А можно героя? Господи. Таругар! Пацаны такие, ну вообще. Это постой. Я вождь. У нас монстр. Опа, что такое? Башня! А чё она вражеская? Просто башня сидит. Так, вот здесь пацанчик ещё у нас один. Доктор Угар! Сколько, кстати, оно хилит? 150? Ну, а сколько бугая? Бугая. 680. Подожди. Я вождь. А чё у этих больше, чем самого героя? Духи не знают усталости. А по урону? У нашего 24-30. Чего прикажешь? 25. Займёмся этим. Урон у нас как-то больше, но. У нас при этом, смотрите, у нас есть ячейки для каких-то херни. И что еще? Это еще. Духи не знают усталости. Что такое? О, Кастер. Заебите, да. Орки, вы нарушаете приказ Альянса. Альянс! Мы уже взяли в плен одного из ваших командиров. Мы уже зомби дома. Если вы сдадитесь сейчас, мы сохраним вам жизнь. Три части.